Где-то потерял я 100 рублей. Если вы найдете, принесите. Если нет, оставьте вы себе. Муж твоей любовницы при встрече. Хитро улыбается тебе. Горячо трясет он твою руку. Значит, ты услышишь скоро фразу. Милый, наконец-то я свободна. И надеюсь, женишься на мне. Перерыве тренер футболистам говорит, не думайте, ребята, что я суеверный человек. Но при встрече 0-13 начинаю сомневаться в том, что мы сегодня победим. Говорят, что если ваша кошка умывается, то тогда наверняка у вас будут гости. Ну а если эта кошка чистит зубы щеткою, значит, эти гости будут в белых халатиках. Где петуха на работе решил угнать трактор. Он цистерну прицепил, в проходной поехал. А охранник говорит, ты куда цистерну? Где петуха говорит, для себя на дачу. А охранник говорит, отцепляй цистерну. Где петуха уцепил, с трактором уехал. Я считаю себя человеком небедным и покупки совершаю в дорогом магазине. Правда, утром к 9 до 11, когда 50% на вчерашние салаты. Вовочка пришел домой вместе с одноклассником. Посмотрите, это Петя, необыкновенный мальчик. Чем же необыкновенный, у него спросила мама. Необычен он тем, что учится хуже меня. Как-то раз один гаишник тормозит блондинку. Почему в туннелях вы свет не включили? А блондинка говорит, я из Таганрога. Где включается тут свет, я совсем не знаю. Купил курицу сегодня я за 10 рублей, ананас за 5 рублей и набор посуды, что на 6 человек 2 рубля он стоил. Надо же, какое счастье играть в штучкой магазин. Застенчивый парень летел в самолете, красивейшая девица рядом с ним сидела. Он хотел заговорить, но он стесняется, собирает мужество, наконец решается. А простите, вы летите в этом самолете? На работе женщины все переругались. Чтобы остановить порядок, вызвали начальника. Оказалось бесполезно, крики продолжались. И начальник говорит, тогда пусть говорит та, что всех старше. Хотя трудно в это верить, наступила тишина. Подписываемся, кликаем на колокольчик. Если хотите почитать еще анекдоты, смотрите на ютубе, там внизу еще есть анекдоты.